Цветок красив. Я думала, что закончится цветок зацветет. Мамуля, я знала, что мы приедем. Я знала, все вещи все сохранила. Божечки, соколотик, я ждала, что ты приедешь. Я все забрала, все твои вещи, все сохранила, все до грамочки. Ведь там хата завинирована, сказала. Мамуля, ты хорошо выглядишь, как всегда. Я так скучала. Покрасила. Я борщу наварила, хлопцы. Хочешь, я вас покормлю сразу борщу. Мама тут дождалась. Мама, что разберешь? Казача! Мама, потом. Мама, подожди. Мама, смотри. Давай, мы сейчас успокоимся, мамуть. Ой, не золотой. Я знала, что ты меня освободишь. Я знала, казача, все уверены. И сейчас все на заправке все сказали, что мы знаем, что... Мы сейчас заедем. Мама, собирай ты вещи, пока с батьком тихенько. Я не хочу никуда не. Не, мы тебя заберем на пару дней, пока тут наши слушатели. А тут разграблять все. Кто разграбит? Та никто ничего не брал. Ничего не разграбит никто. Я ж тут все сохранила твои вещи. Мамочка, родная моя, на пару дней мы тебя заберем. Сейчас мы пройдемся по центру. Да. Я тебя заберу с батьком на пару дней заберу. Наші хлопці зараз на Цуповку заходять, ще наших тут нема, ми заїхали за своїми. Я кілька днів, зараз і Томку поїдемо, заберемо, усіх заберемо. На пару дні. Валічка, подивися за хатою, да, щоб... А вони там вогіби сидять, не можна, що робити нам. Дивіться, ми заїдемо за вами, забирайте.